божественную твоей силою и крепостью десницею, отжени от не всякую сопротивную деятель и действу дьяволе, отыми от нее всякую горесть и сладость и бесчаству, и благослови и освети ее, услади же и благочатну сотвори, и всем приемлющим и пьющим от нее, и мыющимся ея, дашь быть и во здравии во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается источник сей, и воды в нем сущие благодати Святаго Духа, излияние воды сия священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается источник сей, и воды в нем сущие благодати Святаго Духа, излияние воды сия священные. Родник в селе Заворово существует с незапамятных времен и имеет богатейшую историю. Есть предание, что из источника пил воду сам Борис Годунов. Корни, вообще истоки села Заворово идут от Годунова, и, возможно, он здесь сам и бывал. Ну, вообще село Заворово уже далеко за 300 лет, нашему храму уже 323 года, храму Святой Троицы. Поэтому очень даже возможно, что этот родник был образован одновременно со строительством этого населенного пункта. По просьбе жителей села Заворово и окрестных деревень, а также стараниями администрации территориального управления Юго-Западное, проведены глобальные работы по восстановлению рудника и благоустройству прилегающей территории. Работы проводились в рамках проекта фонда «Экология для всех». Абсолютно был переобустроен вот этот берег. Он немножко имел совсем другой вид. Здесь было большое дерево, которое уже было аварийное и опасное для тех людей, которые набирают воду. Был заново переделан водовод от самого родника. Соответственно, были сделаны искусственные вот такие вот сооружения, пилон, так называемые, лесенки. Обустроена сама площадка для ожидания там забора воды. Ну и немножко проведено озеленение, благоустройство самого этого места. Этот проект был в три этапа происходил. Порядка 900 тысяч потратил фонд, но еще сюда были вложения бюджета Раменского городского округа. Угу. То есть, но из пожертвований сюда ушло порядка 900 тысяч рублей. Здесь, ну вы помните, какой был родник? Да. То есть здесь сделали все, и подпорную стенку начинали, полностью гидросистему всю меняли, делали помост на сваях, укрепляли склон, который опадал уже, сходил. Вот. В общем, все-все-все делали полностью. Ежедневно на родник Заворово приходят более 500 человек. По выходным приходится и в очереди постоять. Настолько вкусная здесь водичка. Ну, вода чистая. Это второй родник, на котором мы набираем уже долгое время. Ну, нравится вода, мягкая. Ну вот после того, что здесь произведено благоустройство, как-то поприятнее стало сюда приезжать? Ну, конечно. Да, красиво. Сегодня что, открытие, да? Да, сегодня открытие. А вы местный житель, да? Нет, бронец. Бронец, приезжайте. Ну, удачи вам, всего самого хорошего. Прихожу сюда каждый день, чтобы набрать воды в чайник. Вода очень вкусная, свежая, холодненькая. Ее можно пить и в сыром виде, как я сказала уже, чай заваривать. Нам очень нравится. За счет средств инвесторов в Заворово провели очистку водоема, облагородили берега и запустили в пруд мальков. Родник будет служить местом встреч, как-то люди будут здесь набирать воду, набираться здоровья, вот, от того, что вода очень целебная. И мы, экологи, в свою очередь тоже работаем в этом районе. Мы утилизируем отходы, вот, производим вторичные материальные ресурсы, ну и также очень рады внести вклад в данное мероприятие. Открытие обновленного родника проходило под проливным дождем. В народе говорят, что это хорошая примета. А насколько значимо это событие, отметили министр экологии и природопользования Московской области и глава Раменского городского округа. Отличная вода. Хочется отметить, что делали тесты же воды, она чистая, пригодная для питья, что самое главное, самое важное. Хочется выразить благодарность нашему партнеру, это благотворительный фонд «Экология для всех», вот, который участвует в программе
вот, является оператором этой программы, главным нашим партнером, а также благотворители. Это компания технологий инвестиций. Благодарю всех, кто является неравнодушными людьми, тех, кто любит малую родину, и пожелать нам как можно больше, чтобы проявлялось таких мест, которые наверняка будут притягивать людей. Вот мы здесь стоим с вами совсем недолго, но не было еще минуты, чтобы к роднику никто не подошел. Но это, наверное, показатель того, что мы делаем с вами правильные дела, добрые дела. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ага. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздников всех! С крещением Руси! Вот, спасибо.